Между нами. Радиожурнал обо всем. Все о жизни. Новости, советы, интервью. А теперь наша спортивная страничка. Сегодня она для любителей спортивных единоборств. В последнее время график соревнований был очень интенсивный. Впрочем, лучше об этом расскажет президент клуба Golden Glory Роланд Миколаускас. Здравствуйте, Роланд. Здравствуйте. Так, начнем с новостей долгожданных. Нас давно не было. И накопилось много новостей. Есть чем порадовать наших болельщиков, наших друзей. Прошел недавно чемпионат Латвии по мини-футболу среди бойцовских клубов, в котором принимало участие более 12 клубов. И наш клуб Golden Glory занял первое почетное командное место на чемпионате Латвии. Таким образом, стал уже двукратным чемпионом Латвии по футболу среди бойцовских клубов, как на улице, так и в зале. Также у нас проходил чемпионат Евразии по панкратиону. Там принимал участие наш Раймонд Козловский, который бился очень достойно и очень порадовал своими результатами. Стал вице-чемпионом Евразии. Это у нас впервые в клубе такой результат. И очень гордимся Раймондом и поздравляем. Также в рамках Балтийских Олимпийских игр, в которые проходили в Манеже, выступал наш Георг Скараманга, который бился в разделе кикбоксинг и одержал победу и вышел в финал, но не смог продолжить борьбу ввиду того, что получил травму ноги и в итоге серебряная медаль Балтийской Олимпиады, с чем мы Георга и поздравляем. Далее у нас проходил наш традиционный турнир Кубок Golden Glory. В нем принимало участие 21 клуб, 5 городов Латвии. Наш клуб подтвердил свое чемпионское звание в который год подряд, заняв первое место, чем наших ребят и поздравляем. Большое спасибо всем нашим друзьям, которые поддержали нас на нашем турнире. И ждем вас в следующем году. Также наш клуб выступал в международном турнире по боксу и К1 первенство клуба Пигмахи, где среди 15 клубов наш клуб занял второе командное место. Наши ребята выступали в составе 8 человек, но практически выступили все со 100% результатом, за что им спасибо и поздравляем. Ну а какие дальнейшие планы? Наверняка график будет не менее интенсивный. График у нас не менее интенсивный. 19 апреля в ночном клубе Годвилл состоится турнир по профессиональным поединкам по правилам К1, ММА и бокс. В нашего клуба участие примут Раймонд Козловский по правилам ММА. Видус Элис будет сражаться за титул чемпиона Латвии среди профессионалов по версии Royal Fight. Его соперник будет Олег Богов из клуба Авангард. А также будет наш клуб представлять Мартинч Селецкис, который будет биться против чемпиона Европы и вице-чемпиона мира Вячеслава Скрейвера. И главным событием этого вечера, долгожданный, это бой года, Артур Горлов против Евгения Алексеева. Так что будет интересно, ждем всех вас, не пожалеете. И, наконец, 20 апреля, бывшая гостиница Латвии, Radisson Blu Hotel, также состоятся поединки по правилам К1 и ММА, где также примет участие наш Раймонд Козловский, Санду Сейлис и, возможно, Дзинтер Сейлис. Пожелаем нашим ребятам удачи. Спасибо, Роланд. Примите мои самые горячие поздравления. Желаю вам также удачи. И последний вопрос. Как с вами связаться и где вас можно найти? Наш клуб находится неизменно в районе Центрального рынка на улице Масковас 1. Наше расписание понедельник, среда, пятница. Все время в 17 часов. Или подробную информацию можно найти на сайте www.goldenglory.lv или позвонить по телефону 299-51-302. Будем рады всем. Я еще раз повторяю. Клуб Golden Glory находится в Риге на улице Масковас 1. Телефон 299-513-02. Информация на сайте www.goldenglory.lv.